Когда Нимрат Элмиш едет на своем велосипеде по причалу старого порта в Тель-Авиве, все прохожие смотрят ему вслед. Его велосипед не только выглядит необычно, но и сделан из непривычных материалов. Это правда из картона? Это картон. Эта модель называется просто образец номер 7. Уже по одному виду можно сказать, что это нестандартный велосипед. Он сделан из утилизированных картона, пластика и резины. Идея в том, чтобы в качестве сырья для производства использовать всевозможные отходы, с которыми люди просто не знают, что делать. Велосипед, например, на 90% состоит из гофрированного картона, а также из пластиковых бутылок и резины. Это первый продукт, который мы сделали из мусора. Одновременно это наше самое сложное начинание. Компания Carbor Technologies хочет произвести переворот на велосипедном рынке, особенно в развивающихся странах. Стоимость сырья составляет всего лишь 8 евро. Специальная эмаль, состав которой держится в строгом секрете, защищает велосипед от влаги и огня. Рама сделана из картона, шины колес – из старых покрышек, а шатун – из пластиковых бутылок. Девиз компании – это сочетание бизнеса и социальной справедливости. Концепция заключается в том, что мы будем по-разному определять стоимость велосипеда. В западных странах мы его будем продавать, а в странах третьего мира по возможности просто дарить людям. Пока что велосипед, который будет стоить в Израиле 80 евро, проходит тестовую фазу. Самые последние сомнения рассеиваются у потенциальных клиентов, когда они начинают крутить педали. Поклонники есть уже не только в Тель-Авиве. Возможно, сотрудники стартапа и не изобрели велосипед заново, но, по крайней мере, сделали его на все 100% самым экологичным средством передвижения.